Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Майя, и сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор на нашу новинку аромат Gold от бренда Undergreen. Знакомьтесь, это наш красавчик. Вот. Парфюмером этого аромата является француз Фабрис Оливьери. Особенностью этого бренда я считаю то, что они используют только натуральные ингредиенты. Что же входит в состав этого аромата? Могу подсказать вам, что сюда входят нотки лайма, нотки имбиря, ладана, кардамона, апельсинового цвета. Я сейчас нанесу этот аромат на блотер и расскажу вам о своих впечатлениях. Так, наношу. Аромат относится к группе восточных ароматов. Могу с этим согласиться, потому что очень сейчас он такой сочный, очень насыщенный, очень искристый. Я думаю, вам будет интересна моя ассоциация, которая возникает в тот момент, когда я слушаю этот аромат. Итак, одну секундочку. Вам придется немножко подождать и отгадать мою ассоциацию. Я думаю, что вам будет слышно. Слышно вам? Да, как вы и догадались, это аромат Кока-Колы. Все верно? После того, как мы нанесли этот аромат на блотер, я сразу же почувствовала такой искрящийся, такой дымный аромат Кока-Колы, как будто бы только что я налила ее в бокал. Вот прям как сейчас для вас. Сейчас сравним. Да, мой нос меня не подводит. Это однозначно так. Но помимо этого, в аромате Undergreen Gold Classic есть еще нотка бензоина, такой смолы, которая дает аромату некую нотку алкогольности, дорогого рома или, возможно, виски. В нашей Кока-Коле, конечно же, такого нет. Поэтому я хочу пригласить вас к нам в наш арт-бутик нишевой парфюмерии и попробовать новинки. Приходите, будем рады вас видеть. Всего хорошего!